что-нибудь другое, например. Да, почему нет? Ладно, я с этим обязательно разберусь. Ох, монеток сколько. Так, еле увидел. Думал, просто капельки. Так. Кто-то рассыпал. Не донес до этого сундука. И что, это все? Сейчас мы где-то уже выйдем. Так, значит, друзья, смотрите, мы сейчас с вами отправляемся в Ривервуд и снимаем... Где там спящий великан, если не ошибаюсь? Таверна. Там нужно на чердаке обязательно снять это место. Так, 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 так. Ну ладно. Где-то мы должны уже поближе, наверное, к выходу выйти. Так, чем-то мне камешек это напоминает. Это, наверное, мы сейчас выйдем там... Да, 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 да. Смотрите, вот... Или подождите. Где мы вышли? Нет, мы вышли не совсем там, где надо было, наверное. Так, этот дружок наш бежит. Просто помните, где-то была аналогичная какая-то вот эта штука там прям перед входом. Так, а как выйти? Выйти, выйти, выйти дайте, злые неокаянные. Так, черт подери, не помню. Где-то то ли здесь... А, все, вспомнил. По-моему, где-то здесь. Да-да-да-да-да-да-да. Вот здесь мы открыли. И тут куда мы попадаем? Здесь... Ага, вот тут тоже потайная какая-то комната. Вот сюда мы забыли зайти. Зелье лечения. Да ну это ерунда какая-то. И стоило ли вообще сюда идти из-за этих микстур? Ну, в любом случае, я думаю, что стоило. Это нам явно не помешает. Вот еще, смотрите, монетки. Блин, да хорош уже. По одной рассыпать. Поставили бы все сразу мешочек там с монетами. И все, и было бы вообще замечательно. Взял еще эту секиру, похоже. А древняя нордская... Так, хорошая древняя нордская секира. Она полтинник всего стоит, бросим. Она тяжелая для меня. Так, если не ошибаюсь... Если не ошибаюсь, да, вот сюда, наверное, надо. Да, вот здесь у нас будет выход. Ну, отлично. В общем-то, достаточно быстро, быстро прошли этот уровень. Меня это откровенно радует. Но вот то, что мы не нашли, то, что мы искали с вами рок Юргена, вот это меня немножко подрастроило. Ну, ничего, сейчас это все будет поправимо. Надеюсь, найдем этого друга, как он себя именует. Свобода. Свобода, друзья. Теперь мы с вами быстро отправляемся в Ривервуд. Там как раз-таки мы с вами и попробуем прокачать наше кузнечное дело. Там вроде бы слиточков несколько мы с вами собрали. Так, сейчас, одну секундочку. Не с огнем. Не играй со спичками. Наверное, он это хотел сказать. Так, ну что же, давайте-ка мы сейчас с вами посмотрим, что мы здесь сможем в этой кузнице... А, подождите, 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 подождите. Здесь, смотрите, сколько гребаных слитков есть. Так, а может быть нам тогда ночью подождать? Я бы, наверное, с удовольствием бы украл бы что-нибудь здесь. Ну ладно, сейчас посмотрим, что у нас можно здесь выковать. Да выковать-то нечего. Придется сейчас на дубильный станок вставать. И кожу делать. Давайте. Полоски кожи. Так, отлично. Ну, сколько еще? Кожа. 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 Так, я бы с удовольствием на самом деле стырил бы что-нибудь. Так, вот, 5:37 уже вечера. Ну, 8 часов, наверное, час ночи. Я думаю, что он пойдет спать. Не будет же он тут на рабочем месте сидеть. Ковать свои мечи. Вот она ночь. Мне скучно стоять просто так, папа. Я могла бы тебя подменить. А, пока нет, Дорти. Мне нужно продолжать. Блин, да что ж такое? Может, 4 они улягутся? Такие работяги. Буду, а тебе наблюдать дальше. Хорошо, но мне уже немножко надоело ждать. Ну, идите спать уже, люди. Так, не видят, не видят. Ну давай, 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 где ты там? Оу, е.
Так, и здесь сейчас соберем быстренько эту. Заметили? Он увидел, что я украл? Фух, пронесло. Давайте, все, теперь сейчас железных кинжалов наделаем с вами. Оу, oh, yeah. Так, 28-й. Так, вот железный кинжаль. Еще. 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 До 29 уровня это все. Так, сейчас. Вопрос, что мы будем делать с этими кинжалями. А с этими кинжалями мы сейчас сделаем следующее. Мы сейчас подождем этого нашего золотого кузнеца. Мастера кузнеца. Я пока воспользуюсь случаем. Немножко водички. Так. Если тебе нужно что-то простое и надежное. Да, мне нужно, чтобы ты у меня что-нибудь купил сейчас. Шлемы, практически все необходимое. Так, оружие. Ну вот, железный кинжаль. 7 штука. Сколько бы ни стоило, да? Так, золотой слиток. Продаем. Отмычки оставляем. Вот еще серебряный слиток, стальной слиток, эльфийский шлем. Да ну, он за копейки вообще-то берет. Так, разное. Разная отмычка. Он больше-то ничего не хочет брать. Двемерская броня. Вот, кстати, наверное, двемерскую броню я продам. 148. Да, пусть так и будет. А вот отмычечек, наверное, может стоит взять. Отмычка. Отмычка. Так, сейчас железный слиток, кирка. Да ладно, у него нет отмычки. Ну, вот он, торгаш, блин, какой-то. Не очень. 10 тысяч, друзья, поздравляю. До встречи. 10 тысяч денег. 10 тысяч золотых монет. Спящий великан нам нужен. Так, это ривервудский торговец. Надо глянуть, где спящий великан. Вот он, прям перед нами. Ну, у нас и отражался. Странно, что кто-то ночью еще. Так, новый уровень. Magic. Мы возьмем магию. Да, 320. Здравствуй, так дельфина. Это ты тут все разнюхиваешь? Нет, я ничего тут не разнюхиваю. Мне нужно просто снять комнату на чердаке. Чердака? У нас нет чердака. Но одна комната свободна. Налево от двери. Чувствую себя как дома. Что враг ему всяк не налево. Это вот сюда, что ли? Но вдруг ратарыжий, как лютик, поник. Так, давайте-ка. Да заходи ты, идиотас. Что блажишь ты, что врешь, что ты мед здесь наш пьешь. Нас довольно, готовься, сейчас ты умрешь. Надеюсь, меня никто не увидит. Золотишко, давайте. А тут ничего и нет. Значит, ты дурак. А тебе многие говорят. Ты не это ищешь? О, это то, что надо. Рок Юргена она мне дала. И, кстати, здесь, смотрите, алхимическая метамфетаминная лаборатория здесь есть. Вернуть рок Арнгейру. Уе. Так, что тут? Большая кровать. Мы только вдвоем туда заходим, да? Ну, обломал. Так, ух ты, кошелечек с монетками. Интересно, она видит меня? Закрой дверь. Хе-хе-хе. Она меня не увидела. Так, ладно. Своровал и доволен. Давай, закрой дверь. Так, еще пятерочка. А это что за книга? От славы к падению. Да сейчас закрою дверь, подождите. Секундочку, мадам. Осмотреть, золотишко берем. Бивень мамонта трогать не будем. Ты же меня не боишься? Теперь можно поговорить. О май гад, смотрите, у меня здесь подвальчик. Небось, тут какой-нибудь схрон с оружием. Тут какая-то книжечка лежит у ней. Давайте сразу ее откроем. О драконорожденных. Ну, давайте. Сразу пролистаем. Это, видимо, интересная книга. Кому интересно, смогут ее прочесть. Я ее быстренько пролистаю. Вот и все. Брать ее не будем. Уе! Еще полтинчик насобирали. Нифига себе! Вот седобородые, это... похоже, думают, что ты Довокин. Надеюсь, они правы. Так это ты взяла рог? Вот неожиданность, да? Кажется, я хорошо играю роль безобидной хозяйки трактира.
Так, что это за шпионские игры, а? Предельная осторожность и осмотрительность.